Сейчас, ребятки, еще одну улицу покажу вам. Ну и по традиции, перед началом выпуска напоминаю вам о том, что работать в Яндекс.Такси лучше всего с проверенным временем таксопарком. Лично я работаю сам и рекомендую вам Петербургский транзит. Ребята являются сертифицированными партнерами Яндекс.Такси и Ситимобил. В Петербургском транзите низкая комиссия парка, собственная круглосуточная диспетчерская, а также круглосуточный мгновенный вывод средств на карту любого банка. Также у Петербургского транзита есть логистическая диспетчерская для курьеров. Можно работать пешком или на своем автомобиле. Так что если ты еще не определился с парком, переходи по ссылке и регистрируйся. И не забудь указать, что пришел от меня. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас наоборот стоит. Почему? А? Ну, вы так, наверное, поставили. Ну, может, я молчу. А может, Некрасова потом будет? Нет. А Некрасова почему? Же это ближе. Она просто более трезво, она мне проводит до подъезда. Очень странно, обычно я смотрю. Потому что я очень пьяная, но я даже не подумала. Здравствуйте. Пожалуйста, пристегнитесь и наденьте маску. Важно для всех, кто в машине. Поездка по Яндекс.Карту. Вы представляете, ко мне женщина попалась. Красиво. Еще и до дома довезет. Обычно меня везет до дома. Расслабься. А вы, типа, случайно знакомые? Да. Ну я что, виновата, что она такая красивая? Я не виновата. А красивая здесь при чем? Ну, она очень красивая, я с ним подружилась. Да, она подошла к мне и сказала, что я очень красивая. Так ехали бы вместе домой, что поразились. Ну, мне нужна подружка. Моя подружка ушла без меня. Я бы с ней уехала с удовольствием. Это просто поугольница, господи. Боже, молчи. Короче, Красная 18 здесь рядом. Мне главное, чтобы она просто... Мне главное, чтобы она просто звонилась на моей подруге, чтобы она пустила меня в дом. Все. Мне завтра в час ночи ехать в Москву. Угу. Я москвич, Карина. Да. Это да. У меня две хаты, Юж. У меня две хаты. Одна на Арбатской и одна в Бутово. Бутово это хуйня. Ну хорошо. Даже я знаю, что Бутово это хуйня. Зай, на Арбате. Я все переезжаю. Зай, на Арбате двухэтажная. Короче, смотри, план такой. Ты же подписалась на меня? На тебя, да. Все. Самое главное. Я к тебе приезжаю. Базару зилу. Я буду безработная и красивая. Кто вам здесь? Некрасова. Это что? Ну, Некрасова. Звони, пожалуйста. Это Некрасова 17? Ты уверена, что тут ты ехать живешь? К меню? Да, не знаю. Подожди, Red Wine тут должно быть. Что? Вот, ну, я поняла, что запомнила. Red Wine. Red Wine. Что нужно знать об этой Стойте, жизни? Не уезжайте никуда. Да, не, сейчас подождите. Это 15-17 где-то здесь. Чуть дальше. Я скажу, как это стоп. А вот, Пинкас. Вот. Где Red Wine? Это что? Это вот, мне прямо нужно. Главное, чтобы она взяла трубку. Господи, пожалуйста, Танюша. Я без нее домой не зайду. Мы приехали из Москвы чисто побухать. А что, в Москве не бухается? Ну, у нас месяц просто нет. Я заново набираю, поняла, не стрим. Блядь, пожалуйста. Я не вижу Red Wine.
Не-не-не, все нормально, все нормально. Уже... С этой стороны все нормально, я знаю, куда идти. Главное, что мне просто вышла, открыла дверь. У меня сигареты закончились. А вы не курите? Курю. Дайте сигареты, пожалуйста. Пока мы ждем. Солнышко, я тебе скину деньги за трентером. Не бросил телефон. Солнышко, я тебе скину деньги за трентером. Не бросил телефон. Телефон, блядь. Ну, у меня вроде как есть деньги. Я на всякий случай. А в этот? На, блядь, на пожарный. 200 рублей лишними не бывают, блядь. 200 как раз бывают. Вот именно, блядь. Нет, еще раз звони. Давай, она спит. Этот, на телефон не смотрит. Блядь, ебал. Я просто не попаду домой так. Блядь. Можно сигарету? Ой, зажигалка. Да, у тебя уже зажигалка. Да, я пьяна очень, ну извините. Я не виновата. Это жизнь. Это жизнь. Ой, не берет. Не-не-не, здесь курить не надо. Я не буду. Видишь, я вытащу. Вас приветствует автоответчик. Еще раз. Да, я поняла. Сейчас возьмет. Ей некуда деться. Она меня ждет. Она скучает. Она переживает. Хотя она ушла, блядь, ей похуй. О, кукусики. Таня! Да? Встреть меня, пожалуйста, выйди из парадной. Спроси, Некрас 18, точно? Некрас 18? Да. Выйди, пожалуйста, встретите меня, я очень пьяная. Сейчас? Я уже около подъезда, выходи. Она сейчас... А можно мы подождем, пожалуйста? Да, конечно. Женщина. Ты моя хуйня. Да, можете выходить, там никого нет. Можете да, открыть. Подождите, я переживаю, вдруг меня изнасилуют, украдут. Ладно, я шучу. Это что, меня изнасилуют, украдут? Тебя меня, не... короче, давай вылетай. У тебя есть... У меня есть твой инстаграм. Я поставлю телефон зарядку, я тебе, бля, буду я звонить. Я тебя отлайкаю, пока ты, не будешь дома. Так, если вы ее, блядь, обидите, я вас найду. Солнышко, спасибо большое. Да все, да господи, да, господи. Можно давай выметайся. Спасибо. Пожалуйста. Все. Спасибо большое. Так, подожди, а можно туда? Да господи, я тебя доведу. Только не уезжайте, пожалуйста. Я жду, жду, жду. А вы мне дайте зажигалку-то. Давай, прикуривайся. Ты еще и воровка. Такая. Ну это всегда такая схема. Зажигалки берут и все забывают. Отдавать. Все? Да. А кто у вас заказывал такси, вы? Да. Мне надо, чтобы все равно вы адреса поменяли, конечно. А как это? Давайте. Сейчас, секунду. Пожалуйста. Ну, тут еще и фотка моя есть, офигеть. Что-то было грузит. Блин, нет соединения с интернетом. А, я к Wi-Fi подключилась. Вы бочком так сделаете? Бочком? Даю. Давайте я сделаю. Давайте, а то сейчас ваши фотки все посмотрите. Ой, нет, это нет. Что? А, Тарсковская, 2, корпус 1. Новое сообщение. Все, вот теперь четко все. Держите. Прекрасно, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, на Григорьева, да? Здравствуйте. Как у вас дела? Все окей. А у вас? Да, все отлично, спасибо. Да, всегда, пожалуйста. Как работают сейчас водителем такси? Прямо вот сейчас, в нынешнее время? Ну, да, да. Огонь вообще. Правда? Да. Мне казалось, наоборот, трудновато. Почему?
Ну, насколько я общалась с водителями, вот, например, в том же драйвере, в Яндексе, там понижают коэффициенты, вот, не добавляют вот минимальную вот эту ставку, не добавляют определенные суммы, и довольно тяжело водителям, я вот поэтому спросила. Ну, индрайвер это вообще другая, не, конечно. Не, ну, конечно, да, но вот, господи, в Ситимобиле... Ситимобил это вообще тоже отдельная такая штука. А, да. Извините, я настолько разбираюсь. Но вы любите спрашивать у водителя, как у них работа. Да, люблю поболтать. Жалко нам мало ехать с вами, 2 минуты всего. Да. Ну а чего вы сами скажете от себя? От себя я хочу сказать, такси-то говно. Слушайте, ёмко, правда. Да. Но факт в том, в говне работают, представляете, блин? А чего так в говне? Да, где? А я не знаю больше, где еще работать. А вот где вы работаете? Я юрист. Ага. Я тоже в говне, все нормально. Ну вот, мы вместе с вами в говне. Да. Плаваем. Да. Там то есть деньги, то нет вообще. Угу. Вот. А вы юрист по каким делам? Слушайте, я вообще закончила вуз по общей специальности, по общему направлению, и сейчас я ищу себя. Ага. Вот, я работала юрисконсультом в управляющей компании, вот, и там зарабатывала как могла. Сейчас я в таком свободном плавании, занимаюсь судебным представительством, ну, представляю интересы физических лиц в судах. И там, ну, то нормально. Но вам нравится? Да, очень, правда. Везет вам. Ну да. Так, вот вам сюда, в эту берлогу. Офигеть, когда вы сюда ехали. Вот буду знать, где юристов тут искать. В подвале вот в этом. Все, я если что, приеду сюда. Ждем вас. Хорошо. До свидания, всего доброго. Улучшение качества.